Сегодня мы поговорим об электрическом триммере DDI, который стал незаменимым помощником для ухода за садом. С этим устройством я провел несколько дней, настраивая его на различные задачи – от простой стрижки травы до более сложных работ с высокой травой и сорняками. Несмотря на свои компактные размеры, триммер показал себя с наилучшей стороны. Он легок в управлении, мощен и, что немаловажно, экономичен в потреблении энергии. Но не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я подробно остановлюсь на каждом аспекте его использования. Внешний вид этого триммера сразу привлекает внимание. Устройство обладает удобными габаритами 990 на 240 на 110 мм и весит всего 6,3 кг, что делает его достаточно легким для длительной работы в саду. Руль U-образной формы с эргономичными рукоятками лежит уверенно в руках, позволяя точно контролировать процесс стрижки. Корпус из ударопрочного пластика выдерживает не только мелкие удары, но и серьезное механическое воздействие, что, несомненно, увеличивает срок службы триммера. Особенно хочется отметить продуманную фиксацию для электрического удлинителя, которая предотвращает его случайные отключения во время работы. К тому же руль триммера можно регулировать в любой плоскости, что обеспечивает дополнительный комфорт при работе. Разъемная штанга значительно упрощает хранение и транспортировку устройства, а регулируемая точка подвеса добавляет удобства при длительном использовании. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Электрический триммер с верхним расположением двигателя отлично подходит для ухода за садом или дачным участком. Мне удалось опробовать его на площади до 2000 квадратных метров, и результаты оказались весьма впечатляющими. Благодаря прямому валу и возможности установки диска, триммер не только легко справляется с травой, но и эффективно косит молодой кустарник, бурьян и различные заросли. Основные особенности, которые заслуживают внимания, это низкий уровень шума и вибрации. Это делает работу с триммером не только продуктивной, но и комфортной. Простота эксплуатации подкрепляется наличием кнопки защиты от случайного включения, что является важной функцией безопасности. Двигатель устройства оснащен медной обмоткой, что обеспечивает его долговечность и надежность в работе. Кованый вал толщиной 8 мм гарантирует высокую устойчивость к износу и повышенные эксплуатационные качества. Не менее важной является полуавтоматическая головка Tap & Go, которая позволяет легко продлить леску простым нажатием на землю во время работы. Это значительно упрощает обслуживание триммера и позволяет сосредоточиться на самом процессе стрижки, не отвлекаясь на постоянные настройки оборудования. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Штатная леска короткая. Некачественная триммерная головка. Отсутствует плавный пуск. Требуется длинный провод. Плюсы. Мощный. Легкий. Косит высокую траву. Простая сборка. Не перегревается. Качественные материалы. Две ручки. На этом наш обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео. Там тебя ждут ссылки на магазины и скидочный промокод. Оставляй свои комментарии о модели, мне важно знать твое мнение. Если тебе нравятся мои обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. До скорой встречи!